Ну вот полная благодать ячинского дня. Место, где время не идет вперед. Это у нас уже 7 августа. И здесь, как уже сказали мои друзья, что уже который август очень жаркий и стабильный. То есть идет 30 градусов просто неделями. Вот. И в этом году также. Что я могу сказать? В 22-м году я отдохнул здесь в течение 2 часов. В этом году все очень напоминает, в общем-то, нормальное здесь мое времяпрепровождение. Так что, собственно, поздравьте меня. Ну, я уже про все это говорил, царство сосен, все это вы видите. Вот эти домики, это тоже раритет, понятное дело. Ну, там, по-моему, что-то крышу перестилали. Ну, подкрашивают их, а так это все они точно такие же. А вот прекрасное озеро. Я думаю, что я скоро пойду искупаться. В понедельник, кстати, все схлынули, и тут, да, вон народу нет здесь. А вот такие вот лодочки какие-то плоские, да, на которых просто либо сидишь, либо стоишь. Ну, в смысле, сидишь вот так вот, как бы сверху. А это здесь новость. Видимо, в Израиле я был в 18-м году, там на таких лодочках спасатели стоя плавали. Ну вот, дошло дело и до сюда.